поправки к Конституции Российской Федерации. Почему важна поправка о защите животных? Мы должны бережно и внимательно относиться к своим животным. Ведь они делают наш мир добрее, теплее. И очень важно формировать не только у детей это отношение к животным, но и к взрослым. Порядочное отношение к животным должно быть нормой нашего современного общества. Потому что часто мы слышим в интернете, в СМИ информацию о жестоком обращении с животными. Такого быть не должно. Поправка о формировании ответственного отношения к животным поможет и защитит братьев наших меньших. Каждый день работая в приюте, я понимаю, как важно закрепить ответственное отношение к животным в Конституции.